месте. Хорошо. Мы приветствуем Виктора, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо. И на счет 3 сканер начинает сканировать пространство. 360 градусов вокруг Виктора. Находит любые чипы, датчики, импланты. Становится заложником. 1, 2, 3. У него скоп. Вот так вот. Хорошо. Один канал, один суккуб, да? Да. Так, суккуб. Что ты здесь делаешь? Мы не видели случайно суккуб с тобой? Он говорит, что исполняю его желание. Да? А кто тебя звал? Ты видел у человека манифест? Ты видел о том, что он заявил о своих свободах? И там стоят слова. Буду скидывать всех в галактическое ядро. Кто войдет в мое биополе, просит произнесения манифеста. И ты мне сейчас расскажешь о каких-то там его желаниях? Что, меня за идиота считаешь здесь или как, суккуб? Ну, вот он, она, как его назвать, предсказывает, как он его пригласил в свое биополе, дал ему руку, и он как шагнул туда, в этот биополе, перешагивая манифест. А как он мог дать ему руку? Вот это что-то мне непонятное, ты такое рассказываешь. Виктор, вы в курсе то, что происходит здесь? Вы давали руку какому-то? Нет, он не хочет. Вы давали руку этому суккубу, как он утверждает? Нет. Так, суккуб, ты мне врешь сейчас? Он говорит, что я именно так понял его. Как ты понял? Как ты понял, мне неинтересно. Ты сказал, что человек дал тебе руку. А я тебе сейчас открою портал в галактическое ядро. И я... Возможно, тебя неправильно пойму, но ты окажешься в галактическом ядре. Я тебе даю еще один раз шанс, суккуб, мне сейчас ответить на все мои вопросы. Суккуб получает удар 100 тысяч герц. Для начала, если он не понял, куда он попал. Не бей. Итак, я слушаю. Каким обманом ты зашел в его биополе? Если я не получу от тебя вразумительный ответ, ты мне без надобности, ты мне никакой ценной информации не даешь, я тебя выкидываю как мусор. Вернее, не я, а Виктор скажет, куда тебя скинуть. Сны показывал он. Он сны ему показывал, да? Да, и так зашел. Согласился он во сне. Так, и как нам идти? Дал ему разрешение. Хорошо, как избежать твоей подключки, суккуб? Если я сейчас не услышу какого-то отдельного предложения, как защитить человека во сне от твоих фантазий и фильмов, которые ты ему показываешь, то я не знаю тоже, что я буду делать, если ты мне не подскажешь. Перед сном пентаграмму выставить. Перед сном выставить пентаграмму. Хорошо, мы это передадим. Суккуб, я больше тебя никогда видеть больше не хочу в этом биополе. В следующий раз, если мне вдруг какая-то жалоба придет, я тебя вытащу через 10 минут. Если ты меня второй раз увидишь, это будет последним, что ты видишь в этой жизни. Понятно? Понятно. Что ты оставил в его биополе? У него утяжеляющие какие-то, как сапоги длинные, такими толстыми подошвами. Суккуб, когда ты зашел? Как долго ты находился в биополе? 5 дней. 5 дней. Ты за 5 дней уже успел одеть отягощающие вот эти сапоги или как? Ну, он сразу во сне одел, как зашел. Понятно, 5 дней. Хорошо. Так, и я даю команду, значит, 3. Сила моего намерения. Виктор помогает, включаем внутренний белый свет. Все, выдавливается, выходит, все подключки, вся чужеродная энергия, которая осталась от суккуба, наматывается в шар, останавливается автоматически, когда все намотается до 100%. Готово. Хорошо, открывается портал в галактическое ядро под этим шаром. 1, 2, 3, он летает в галактическое ядро, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Большой шар был? Вера? Ну, чуть больше меча. Вот так вот, за 5 дней. Нормально, суккуб, ты наработал, нормально. Так, в общем, ты мое сообщение услышал, мой месседж, то, что я тебе сказал. Увижу еще один раз, ты уже никуда не уйдешь. К этому человеку больше не приходить. Понятно? Да, понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. 1, 2, 3. Он уходит на свою частоту, закрывая печатай, растворяясь в огненную пентаграмму. Подхожу к Виктору. И, вернее, не подхожу, даю Виктору команду, значит, 3, произвести импульс высокого вибрационного шока удара и сжечь канал к суккубу. 1, 2, 3, удар.
Сжигается канал к Цукубу. Виктор Готово. Отлично, открывается портал галактической дрон. Этот канал улетает в галактический дрон на переработку. В чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии нужно Виктору до полного восстановления и корректировки. И какая частота вибрации? 480. И? 28. 28. И на счет 3 в макушку головы Виктора начинают поступать 7 высоковибрационных потоков по 480% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняют, усиливают. Все необходимые цвета начинают поступать. Частота вибрации поднимается до числового значения 28 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо. Так, мы его заправили. У нас сейчас остались вопросы. А высший я у нас сегодня. И я делаю запрос в энергоинформационном пуле, приглашая к нам прийти куратора Виктора. Куратор Виктора, прошу вас прийти в нашу комнату диагностики. Ангел Арсений. Ангел Арсений, я приветствую вас. Я приветствую вас всех. Очень рад снова видеть. И мы очень рады вас видеть. Видите, как быстро происходят дела на Земле. Раз, и уже встретились снова. Нам очень приятно. Уважаемый Арсений, у нас сегодня такая ситуация. Нас Виктор попросил встретиться со своим высшим Я. Задать ему 10 вопросов. Я хотел спросить, не хотите ли вы нас сопроводить к высшему Я, Виктора, и поприсутствовать на этой встрече? Он будет безмерно рад сделать это с нами. Замечательно. А на какой уровень мы поднимаемся, Арсений? На 10. На 10, хорошо. И, значит, Верочка, бери Виктора тогда в свои крылья и вместе с Арсением. У него свои есть. А, конечно. А он может подняться туда? Может. Отлично. Хорошо. Значит, каждый поднимается. Все вместе поднимаемся. Арсений, Виктор, Вера, я. Значит, 3. На 10 уровень, на уровень высшего я Виктора. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо, снимаются все маски и голограммы. Все вокруг предстает согласно своему эфирному коду ДНК. И мы приглашаем высшее Я Виктора выйти к нам навстречу. Мы хотим задать вам пару вопросов. Женщина. Мы приветствуем высшее Я Виктора. Уважаемое высшее Я, представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Алина. Уважаемая Алина, очень приятно с вами познакомиться. Меня зовут Влад, это Вера. С нами ангел Арсений и ваша лучшая частичка. Вернее, ваша частичка Виктор. Виктор изъявил желание 10 вопросов задать своему высшему Я. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Она безгранично рада видеть всех и свою частичку здесь. И если сможет помочь, и у нее будет возможность рассказать, она сделает это. Замечательно. Если вдруг какие-то вопросы непонятны, это Виктор сам писал. Здесь мы можем только попробовать как-то, если вы вдруг не поймете. Я, например... Она говорит, что не все можно рассказывать. То, что если можно рассказать. Если будет возможность, я расскажу. Конечно, потому что есть некоторые вещи, которые вы можете Виктору лично сообщить при встрече. Эти вопросы мы, безусловно, не будем затрагивать. Хорошо, я тогда начинаю с вашего согласия. Она говорит, что она в трепете от того, что на Земле появились такие технологии. Серьезно? И очень приятно ей, да, замечательно, видеть, что прогрессирует Земля, ее жители. И в том числе ваш Виктор. Точно так он нашел нас, сделал чистку, мы вывели интерферентов, потом мы познакомили его с куратором. И вот сейчас он дошел уже до ступени знакомства со своим высшим Я. То есть... Осознанность повышается, это действительно так. Нас это тоже радует. Но это далеко не у всех, уважаемая Алина. Я говорю в общем. В общем. Хорошо. Я тогда начинаю с вашего согласия. Пожалуйста. Сколько у меня было воплощений на Земле и сколько осталось? Первый вопрос.
Скоро осталось, это никто не знает. Мы так далеко не планируем. Про прошлые жизни могу сказать, что на Земле их было 18. 18 жизней было на Земле. Благодарю вас. Если вы закончили, я перехожу ко второму вопросу. Пожалуйста. Второй вопрос. Я пытаюсь повышать энергии, вибрации и синхронизировать их. У меня это получается или я что-то делаю неправильно? На этот вопрос может ответить твой друг-куратор. Конечно. Уважаемый Арсений, этот вопрос к вам. Получается у него синхронизировать и повышать энергии и вибрации? Или он что-то делает неправильно? У него все получается, но сама жизнь, она должна быть каждую секунду осознанней, принятие решения и каждодневная, ежесекундная реакция на события жизни должны меняться. Только тогда твое намерение будет сильней, а твои вибрации будут подниматься и уплотняться. С практикой это придет. Благодарю вас, уважаемый Арсений, безусловно. Благодарю вас за этот ответ, очень такой глубокий ответ, и это действительно так. Нельзя отводить какое-то время на осознанность с 17 до 18 часов, а остальное время жить нормальной жизнью. Это должно как якорь находиться в человеке, он должен постоянно пребывать в этом поиске, в повышении вибрации, в самоконтроле, не раздражает ли его. Это работа называется над собой. Вы очень красиво ответили. Простите, я вам пару слов просто добавил от себя. Благодарю вас. Если вы закончили, я могу переходить к третьему вопросу? Переходи. Третий вопрос касается здоровья. Сломанная переносица влияет на распределение... это вопрос. Влияет ли сломанная переносица на распределение и усвоение энергии при дыхании, в скобках, более 30 лет? Надо делать ли мне операцию по ее исправлению, так как у меня постоянные головные боли? Или причина совсем в другом? Дыхание очень важно для жизни на Земле. Могут помочь дыхательные практики. Китайская медицина иглоукалывания тоже расширяет определенные, я бы назвала это, места и приводит организм к балансу. Важно не делать это, не перегружать организм и найти правильного мастера, который научит. Все должно быть по чуть-чуть. Очень важно по чуть-чуть получать дозированную информация и лечение. Если ты перегрузишь организм, все может пойти, негатив уйти. Нужно понимать, что ты делаешь. Дыхательные практики ты можешь получить сам. Но вот профессионала в иглоукалывании нужно искать. Не все настоящие профессора своего дела. Мастера, я бы сказала. Уважаемая Алина, я думаю, есть такая возможность, если он настоящего мастера действительно найдет, он же может получить от вас маленький такой сигнал, импульс. Конечно. Замечательно, тогда мы прямо на этом и договоримся. И когда он найдет нужного себе мастера, и чтобы он, если будет у него какие-то сомнения, то Алина даст ему знак. Вот так вот мы решим эту проблему. Вот эти у него постоянные головные боли, они идут от этой проблемы с носом или причина в другом? Это вторая часть этого третьего вопроса. Головные боли идут из детства. Причина где-то там. Нужно вспоминать, когда они начались. Вот, так ему надо пройти действительно, найти специалиста, еще пройти регрессию и найти ядро этой проблемы и устранить его. Это важно. Хорошо, мы тогда обращаемся к Виктору. Виктор, вы слышали? Найдите регрессологов очень много, особенно в этой тематике, которые могут помочь вам раскрутить назад и найти причину, это ядро этой проблемы, и устранить его. Это обычно делается за один сеанс. Если получится, если нет, за два сеанса. В зависимости от того, как вы будете работать этим в
вполне возможно убрать эту проблему и эти головные боли. Очень многое преследует нас на фантомном астральном уровне, поэтому здесь надо просто проверять и пройти этот курс, и все про вас пройдет. Я прошу прощения, уважаемая Алина, я два слова добавила от себя. Если вы хотели еще по этой теме что-то сказать. Я ответила на вопрос. Благодарю вас. Я тогда перехожу к четвертому вопросу. Сейчас очень много полезной информации на Земле. Хочется лучше запоминать и анализировать. Но у меня ощущение, что заблокирована память. Так ли это? И что надо предпринять, чтобы моя память улучшилась? Память у всех дозирована. Найти первопричину, для чего тебе помнить. И что ты хочешь вспомнить. Где тебе это поможет? Если вопрос улучшения памяти для дальнейшего развития, опять же, много техник на Земле, как изучение разных языков и запоминание стихов. Замечательный совет. Благодарю вас, уважаемая Алина. Я могу продолжать? Да. Хорошо. Так, пятый вопрос. Помогает ли мне защита от посторонних вредных энергий и как ее правильно активировать, увеличить и усилить? Это, наверное, вопрос куратору или к высшему я. Кто хочет ответить? Я продолжу отвечать. Пожалуйста. Помогает. Но, как уже сказала Арсений, это работа каждого дня. Каждой секунды проработка осознанности укрепляет намерение, соответственно, защиту. Благодарю вас за этот замечательный ответ по осознанности и дефинированию значения этого слова. Вы очень правильно все описали его. Благодарю вас, уважаемая Алина. Вы закончили? Да. Шестой вопрос. У меня часто болит сердце. Это какое-то изменение на тонком плане или это у меня проблема на физическом плане? Что мне следует предпринять, чтобы излечиться? Я не могу не упомянуть, что обследование физического тела – это то, с чего ты должен начать. На тонком плане ты можешь запускать энергию и представлять себе поток, который проходит через твое сердце и по физическому телу делает круг. Поток может быть любого приятного для тебя цвета, которому ты доверяешь. Представляешь, что эта энергия делает полностью циркуляцию и обновляет кровь, которая проходит через сердце, наполняя его этой энергией. Благодарю вас. Уважаемая Алина, мы эту технику сами применяем в нашей работе, и Архангел Рафаил в его клинике применяет точно такую же технологию, она универсальная. Пару кругов желательно, конечно, сделать через сердце. И еще важно визуализировать себе весь этот процесс, как это все происходит. И тогда и прочувствовать по возможности. Тогда это все усиливает во много раз. Я это хотел добавить от себя. Я так и сказала. Представляй. Я перехожу к следующему вопросу, к седьмому, если вы закончили, безусловно. Продолжай. Хочу узнать об одном из моих прошлых воплощений на Земле, где я больше всего сделал положительного для своего высшего «я». Где я жил, кем был, чем занимался, как развивался духовно и в каких годах это происходило? Ну, он перебирает разные жизни, с одной на другую прыгает. 18 на Земле, но это не значит, что не было еще космических воплощений. Наверняка они были на других планетах еще. Не так ли, Алина? Я отвечаю на вопрос. Вопрос был про Землю. Безусловно. Он спросил за Землю. Спросил бы за все воплощения, получил бы ответ. 1318 год. Это корабли. Был шторм на корабле. Корабль перевозил женщин и детей. Продовольствие. Эгейское море. В какой стране он жил? Греция, Турция.
Греция, Когда то эти есть было, то эти одна. территории. Эти территории, понятно. И что там случилось в этом перевозке грузов и детей и женщин? Он взял управление корабля в свои руки. И спас их всех, да? И спас корабль. Многие члены команды были выброшены за борт. Другие спрятались. Кораблем некому было управлять. Он проявил мужество и тем самым спас всех на этом месте с кораблем, да? Да. Замечательный поступок. Я сейчас прямо увидел эти картины, мыслеформы. Это шторм, это, конечно, да. Целый детектив. Благодарю вас, уважаемая Алина. Вы закончили? Или что-то хотели еще добавить по этой жизни? Тем самым, я понял, он набрал максимальное количество очков, ну, в кавычках, конечно, положительных. Да, это помогло нам передвинуться. Отлично. В осознанности и смелости принятия правильного решения. Конечно, нельзя забывать, что мы о вас говорим здесь. Вернее, вы о себе рассказываете. Благодарю. Да, благодарю я вас, уважаемая Алина. Я тогда, с вашего разрешения, перехожу к следующему вопросу. Пожалуйста. Этот вопрос идет к и куратору, и к высшему я. У меня есть связь с высшим я и с ангелом, другом Арсением. Я уверен, что вы меня слышите. А как мне вас услышать? Какие практики применять? Очень интересно, какие ты уже применял. Самая простая практика – это сделать запрос самому себе. Я объясню. Вы имеете в виду, когда палец поднимается, да? Например, да. Или идет какой-то звук. Это может быть также глаз. Все, что угодно и имеет отношение к вашему физическому телу. Именно так вы доверяете самому себе, через физику. То есть он должен дать себе установку, если связь установлена, у меня поднимается один указательный палец на какой-то то руке, на левой или на правой. И это будет для него сигналом. Он может также увидеть какую-то картинку в этот момент. Вот это вы хотели сказать. Я просто расшифрую это для Виктора, чтобы он это правильно именно понял. Так. Благодарю вас. Есть и другие методы, но вам очень важно почувствовать это на физическом плане. Только так вы верите самому себе. Благодарю вас. Это распространенный прием на Земле, он давно известен. Я перехожу тогда к девятому вопросу, если вы закончили, уважаемая Алина. Продолжайте. Девятый вопрос. Сразу после чистки от интерферентов у меня было очень много сил и энергии, но затем начало все угасать, появилась усталость. Как я могу себе поддерживать эти вибрации и энергии на высоком уровне? Пока только закачивать на земле. Ходить в медитацию и просить определенное количество космической энергии и, соответственно, вибраций. Пока ты не научишься этому и не прочувствуешь эти энергии, а я не смогу тебе дать следующий шаг, позволяющий тебе подниматься космическое пространство и закачиваться там этими энергиями, так как это небезопасно. Мы это только можем со своей стороны подтвердить, уважаемая Алина. Космическое пространство очень даже небезопасно. Как заправляться энергиями и вибрациями, Виктор знает из своего сеанса. Точно так же мы сегодня его заправляли энергиями и вибрациями. И он точно так же должен просто повторить эту технику, которую мы ему уже дали. Тем самым он заправляет эти энергии, как зубы чистит. Например, утром
Пошел, заправился энергией, поднял вибрации, обязательно синхронизировать, сгармонизировать. И, например, во второй половине дня. И он будет постоянно находиться с этими высокими энергиями. Количество энергии приблизительно мы ему уже тоже дали, но он может сам себе задать вопрос и услышать этот ответ. Это очень легко. Безусловно, надо самому себе доверять, чтобы в этот ответ поверить. И узнав эти цифры, дав себе команду, он получает эти энергии. Все очень просто. Я бы хотела добавить, пожалуйста, что если внутри нет баланса, и если внутри физического тела тебя постоянно что-то беспокоит, накачка энергии не поможет. Первое, что ты должен сделать, это найти причину беспокойства, удалить ее, и только потом накачиваться энергиями. Да, находясь в гармонии и балансе. Состояние должно быть, конечно, близкое к альфе, на таком уровне, когда понижено, если человек слишком возбужден, он не сможет просто себе закачать эти энергии. Это надо специально сначала опуститься в это состояние, достигнуть его, удалить все, что мешает, вот эти чувства, что-то беспокоит, где-то что-то не в порядке, что-то кусает, где-то чешется, убрать это все. И только после этого отлично заправляется энергией даже на Земле. В астрале, конечно, легче заправлять их, на Земле тяжелее энергия, но он в состоянии это больше, чем я, больше, чем уверен это сделать. Он даже наверняка уже делал это. Получится. Пусть продолжает. Это верно. Уважаемая Алина, у нас остался последний вопрос, 10. Какой совет может дать мне мое высшее Я? На что мне стоит обратить внимание в этом воплощении? Ты уже обратил внимание на то, что нужно, раз ты находишься рядом со мной на 10 уровне. Работай над собой. Двери открываются постепенно, когда ты готов. Благодарю вас, уважаемая Алина. Последние его слова здесь. Благодарю мое высшее Я за то, что смогли ответить на мои вопросы. За знакомство ангела, друга Арсения. За поддержку Влада и Веры. Это мы. Благодарю за предоставление такой уникальной возможности встречи со всеми вами. Ну, это нам благодарность всем вместе. Но больше, безусловно, куратору и учителю. Куратору и высшему я. Замечательно, Алина. Я благодарю всех за встречу. Уважаемая Алина, у нас есть очень добрая традиция. Каждый куратор, каждый учитель, каждое высшее я, которое мы встречаем, мы всегда спрашиваем насчет того, какой подарок мы можем преподнести вам. Может быть, вам что-то с земли было приятно. Может, вы хотите какие-то ягоды или какую-то мыслеформу, или что-то, что вам доставит удовольствие. Мы бы с удовольствием для вас это могли сейчас материализовать и хотели бы передать вам это. У вас есть такое желание? Это странно, учитывая, что моя часть проживает на Земле. Согласен. Я могу лишь сказать, что зимой хочется солнца, а летом снега. Да. И только так я могу сказать, что покажите мне райский уголок, где нет зимы. Запросто. И, Верочка, давай сделаем вот этот Карибы, Карибский залив, тропики, пальмы. Ты знаешь вот эту нашу любимую картинку с очень таким красивым песком, белый песок, бирюзовое море. Эти все птицы, вот этот весь звук, который доносится, с этого мы на острове находимся. И вот эта вся картина, вся эта идиллия сейчас. Солнышко светит, тепло, 25-27 градусов, 30 градусов. Замечательная погода. Очень умиротворенно. Благодарю. Примите это, пожалуйста. И позвольте нам от себя еще маленькую корзинку вам сделать с самыми вкусными ягодами на Земле. Это единственный чистый продукт, который у нас есть. Нам было бы приятно, если бы взяли, если вам нравится такое. Верочка, покажи корзиночку. Я принимаю с благодарностью ваши подарки. Замечательно, Алина. Нам очень приятно было с вами общаться. Благодарим вас за эту помощь, которую вы сделали для своей частички на Земле.
Благодарю, безусловно, ангела Арсения за это присутствие и помощь, которую вы все оказываете Виктору. И надеюсь, когда-нибудь состоится тот момент, когда Виктор со своим высшим Я сможет общаться, как мы сейчас с вами разговариваем. Это произойдет. Замечательно. Главное не останавливаться. По крайней мере, с нашей стороны это уже происходит. Конечно. Осталось Виктору нас услышать. Безусловно. Благодарю вас, уважаемая Алина, за эту встречу. Примите нашу искреннюю энергию благодарности. И мы тогда будем возвращать Виктора назад в комнату диагностики и потом в его тело. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего наилучшего. Я безмерно рада встрече. Замечательно. Жду следующих. Отлично. Верочка, рассинхронизируйся. И на счет три. Виктор, ты, я и ангел Арсений возвращаемся в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Полетели. На месте. Отлично. Арсений, как вам встреча наша сегодняшняя? По-моему, очень хороший такой скачок вперед. Великолепно. Я тоже так считаю. И, Верочка, в твоих руках появляется традиционная наша корзинка с самыми вкусными ягодами. Большая корзинка. У Арсения много друзей, ему надо поделиться будет. И передай, пожалуйста, нашему другу Арсению эту корзинку с наилучшими пожеланиями и с благодарностью за его сегодняшнюю помощь. Благодарю вас за эту встречу. Замечательно. Мы благодарим вас. Отдельная благодарность за этот подарок. Это приятно. Благодарю вас, уважаемый Арсений. Очень было приятно с вами общаться. До скорых встреч, я говорю. Я не прощаюсь. Всего доброго вам. Рассинхронизируйся, Верочка. Хорошо. Хорошо, Виктор. Вы довольны встречей с Высшим Я, со своим куратором? Вы все поняли? Есть у вас вопросы? Или надо все переварить сначала? Ну да, он так говорит, мне надо все переварить. Замечательно. Все, вы на правильном пути, это важно. Главное, не останавливайтесь и вперед. Все. Для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Виктора в систему биоробот-душа, заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Синхронизируется энергия, вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. От него такой яркий свет идет. Он, видно, напитался от своего высшего Я энергиями. Конечно. Всегда выходит оттуда с высокими энергиями. Конечно, это такое... Я на месте.